тщательно продумать свой гардероб и взять только самое необходимое предстояло 112 юным отдыхающим, которые 17 августа наконец прибыли в оздоровительный лагерь Тирус. Заезжающих на уникальную в нынешнем году смену погода встретила моросящим дождем. Но это обстоятельство не омрачило тирусляд. Я еду в Тирус на 4-ю смену в хорошем настроении, в замечательном. Какие ожидания? Не боишься 2 недели без мамы, без визитов, без сладкого? Нет. Она заготовилась. Она настроена. Как готовилась? Расскажи. Я собирала вещи, покупала еду. Прям все ходила, смотрела. Вот. Заезд организован в соответствии со строгими требованиями Роспотребнадзора. Все сотрудники заблаговременно сдали тесты на COVID-19, а детей принимали только при наличии справки об отсутствии контактов с заболевшими. Отправил в лагерь дочь старшую. Она очень ждала этого. И как бы очень рада, что пошел заезд в лагерь. Самая короткая в истории базы отдыха смена продлится ровно 14 дней. Впервые родители не смогут посещать своих детей, поэтому они максимально снабдили своих сладкоежек вкусностями. Я дочь отправляю. Вот собрали ей пакет сладостей, чтобы не скучно было и не голодно. Звонить будем постоянно. Вон у нас именинник еще 22-го. Вон набрали всяких еды всякой ему, ну подарков. Чтобы не создавать столпотворений, каждый отряд заезжал в строго отведенное время. Родителям вход на территорию запрещен, поэтому донести чемоданы до палат детям помогали вожатые и воспитатели. Мы вступили в пору дистанционных технологий, поэтому с родителями держим общение с помощью беседы в WhatsApp. Беседы в WhatsApp, куда мы, я и воспитатели, и вожатые будем скидывать фотографии там дня, чтобы родители были спокойны и видели своих детей, что они сыты, накормлены, все живы, здоровы, все хорошо. В числе тируслят преимущественно дети из многодетных семей. Кто-то приезжал с братом или сестрой, но чаще всего отдыхать ехали самые старшие подростки. Скучать будешь по родителям? Нет. У меня младший брат дома. Я не хочу сидеть. Отдохнуть хочу. Ты из многодетной семьи? Да. Сколько у вас детей? Трое. Ты самая старшая? Смена ориентирована на внутриотрядные мероприятия. Между собой детские коллективы будут пересекаться по минимуму. Воспитатели обещают организовать незабываемый отдых, а дети надеются получить новые впечатления. В прошлом году, это тоже была на 4-й смене, мы играли КВН, и я тоже участвовала. И мне кажется, в этом году тоже будет КВН. Ну ты намерена принимать активное участие? Чтобы все было замечательно, чтобы мы провели лето так же, как в остальных годах, чтобы все было замечательно и весело. Ну а веселья хватит на всех. В Тирусе выберут свою мисс, организуют военизированную эстафету, мероприятия по здоровому образу жизни и, конечно же, дискотеки. Так что времени на телефоны у подрастающего поколения точно не будет.